мы попали именно в то место, где сотворилось чудо с нашим сыном, это было его изменение формы черепа. Как бы сейчас это странно ни звучало, но у ребенка в буквальном смысле изменилась форма черепа. Имеем мы замечательного здорового мальчика, которому на сегодняшний день все специалисты, как врачи, так и педагоги, ставят темповую задержку развития. Темповая задержка развития – это тот момент в развитии, который, скажем так, ну, по мнению специалистов, не является критичным, да, то есть это определенная особенность развития, которая выравнивается, да, к определенному возрасту. Анастасия и Андрей. Жизнь с ребенком-аутистом. Анастасия – маленькая, милая женщина, очень любящая детей. В 2013 году она вышла замуж за Андрея Антуса. Юная пара была счастлива и мечтала о ребенке. Счастье стало абсолютным, когда у юной пары родился сын, которого тоже назвали Андрей. Казалось бы, что могло омрачить счастье молодой семьи? Но что-то очень страшное входило в их жизнь, подобно фее Карабас из «Спящей красавицы». Водички пить хочешь? Скажи, вода. Пить. Андрей-младший начал подрастать, и стало очевидно, что с ним происходит что-то нехорошее. Настя стала замечать, что Андрей ведет себя не так, как его сверстники вокруг. Он не спал ночами, не смотрел в глаза, не отзывался на имя. Были и другие признаки того, что ребенок отстает в развитии, а может быть и не только отстает. Следующие кадры показывают, каким Андрей был в 2018 году. На этих кадрах Андрей в хорошем настроении, но бьется головой. Его настоящие истерики мама не снимала на видео, потому что ей было больно видеть его таким. Бабушка предлагает ему разные игры, но он не слышит бабушку. На следующих кадрах Андрей выкладывает игрушки рядками. Бабушка старается привлечь его внимание к цвету машинок, но напрасно, он ее не слышит. Зеленый, красный. Дай бабушке красный. Покажи, как красный. Зеленый, красный, синий, желтый. Ба упали все. Куда ты собрался? Неси бабушкам, повозят машинку. Давай повозим с тобой машинку. Давай. А здесь видно, как Андрей тащит бабушку за волосы, потому что не понимает, как играть. Давай, залазь. Вот так. Кто там? Здесь Анастасия сама рассказывает, с чего у них все начиналось. Длинный список проблем, которые на тот момент были у Андрея, ввергает в депрессию. Семья несколько лет не спит по ночам, потому что Андрей-младший, помимо других проблем, имеет проблемы со сном. Добрый день всем. Меня зовут Анастасия. Моего сына зовут Андрей. Я бы хотела немножечко рассказать нашу историю. Андрюше в этом году будет 8 лет. Мы впервые узнали о центре и поехали на первый курс терапии в 2018 году, когда моему сыну было 3 года и 9 месяцев. Мы обратились в центр изначально с целой кучей проблем, но так как это было, скажем так, не полгода назад и не год назад, я буду немножечко подглядывать в свои записи 5-летней давности, да, для того, чтобы понимать и рассказать, с чем мы, в общем-то, изначально обратились. Итак, те проблемы, которые были на тот период, да, когда мы ехали на первый очный курс. Отсутствие зрительного контакта, отсутствие указательного жеста. У ребенка был такой пустой, потерянный взгляд. У него отсутствовали реакции на окружающих. Он не знал собственного имени, не реагировал на замечания. Он как будто бы ничего не слышал. Концентрация у него была на определенных продуктах в питании и на определенных игрушках. Он отказывался пробовать новую еду. Он не умел кушать на одном месте. Не умел одеваться, обуваться самостоятельно. Он облизывал, обсасывал руки, одежду, несъедобные какие-то предметы. Он очень сложно засыпал. Очень сложно, это мы могли по 1,5-2 часа качать его, трусить, и, в общем-то, он не засыпал. Плохой, беспокойный сон. Я, в общем-то, не знала 4 года, я не знала, что такое спокойный сон.
Он очень часто среди ночи просыпался и истерил, пробуждался среди ночи, и дальше он уже мог не уснуть. У него была агрессия по отношению к себе, то есть самоагрессия. Он мог себя ущипнуть, он мог ударить себя по голове. Агрессия была к окружающим, он бил, щипал, кусал, трепал за волосы. У него была пониженная чувствительность к боли, отсутствовало чувство страха. Он не ходил за руку, вырывался и бежал в неизвестном направлении. У него была четкая маршрутизация, вплоть до истерики, самоагрессии, если мы могли бы пойти каким-то другим путем. Он не концентрировал внимания ни на чем вообще, что его бы, ну, скажем так, не очень интересовало. То есть у него была зацикленность только на том, что его интересовало, а в остальном нет. У него отсутствовала имитация, отсутствовало понимание обращенной речи, отсутствовало выполнение каких-либо просьб, которые ему сейчас не интересны. У него была слабоватая моторика, присутствовала неуклюжесть, он странно бегал. Он кружился на одном месте вокруг своей оси, у него был беспричинный смех, он не интересовался детьми, не играл игрушками по назначению. У него была зацикленность конкретно на чем-то одном, например, спичечные коробки, палочки, крышки. Выстраивание в ряд предметов, он отсутствует «да» и «нет» на вопросы, да, то есть он не отвечал «да» и «нет». У него была зацикленность на хлебе и на сладком, отсутствовала терпеливость вообще в любом проявлении, отсутствовало понимание запрета. Он часто был в позе, когда вот голова упирается во что-то или голову вниз, да, то есть как будто вот стоит вниз головой. Он бил себя по голове. У него было полное отсутствие речи, то есть у него не было даже звукоподражаний. Он часто выключал свет, он не сидел на одном месте, он кружился, уводил глаза в бок, у него были вокализации. Вместо ходьбы он предпочитал всегда бег, причем руки и голова, они жили по отдельности от туловища. Если он ходил, то как будто не чувствовал своих ног. Непонимание эмоций, как своих, так и окружающих. У него был скрежет зубами, скудная мимика, слабые мышцы. Он спал с сожманными кулачками и не умел прыгать. То есть это был 51 пункт, с которым мы поехали. Этот пункт я писала в формате Word. Вот он у меня даже на телефоне, я не знаю, видно, не видно. Сохранился. И вот я его в почте нашла. Если честно, читаю даже сейчас и уже половину из этого, даже больше, и не помню. Это те проблемы, с которыми мы приехали. Да, напомню, на момент нашего первого визита в центр ребенку было 3 года и 8 месяцев, 9 месяцев. Молодая мама очень тяжело принимала диагноз и состояние сына. Особенно тяжело было слышать безнадежные прогнозы от специалистов. Также хотела добавить, что на момент, когда моему ребенку было 3 года с хвостиком, я поняла, что проблема есть, и проблема не маленькая, проблема серьезная и требует каких-то радикальных действий. На моем пути встречалось очень много врачей. Диагнозы ему ставили от задержки речевого развития до умственной отсталости. Некоторые специалисты позволяли себе выходить за рамки своих полномочий и рассказывали мне о том, что ты молодая, рожай второго, с этого толка не будет, что он никогда не заговорит. И, конечно, это больно слышать. Это сейчас я об этом говорю спокойно, на тот момент я просто теряла сознание. В силу своей мнительности, тревожности, ну и в силу того, что я мама, и у меня один сын, любимый и долгожданный. Конечно, это все больно, и через это проходят очень многие родители. Я хочу сказать каждому родителю, что никто никогда не имеет права ставить кресты на ваших детях, на вас или на ком-то еще. Что ни один из специалистов не вправе, даже если он самый лучший в мире, делать какие-то прогнозы наперед. Что могу сказать от себя, да, тот логопед, который сказал мне, когда моему сыну было 3 года, что я не буду с ним заниматься, он безнадежный, и рожай второго, пока молодая, он никогда у тебя разговаривать не будет. Вы знаете, прошло время, прошло 4 года, и мы с ней встретились. Мы с ней встретились, и она меня узнала. Ну, меня сложно было забыть, потому что это был грандиозный скандал, это было падение в обморок, и в дальнейшем грандиозный скандал, да, но это все мелочи жизни. И когда мы с ней встретились, и она увидела моего сына, она, конечно, была очень удивлена. Она улыбнулась, поджала плечи и сказала: «У вас такой замечательный мальчик, я с удовольствием возьму его на постановку звука «Р».»
Вот. Ну, звук она, к сожалению, нам так и не поставила. Вот. Но, тем не менее, извинилась за то, что сказала когда-то, поставив на моем ребенке крест, что он никогда не будет разговаривать. Поэтому хочу сказать в поддержку всех мам, которые проходили когда-нибудь ПМПК, самое жестокое в мире, да, что никогда на это не обращайте внимания. Все это поправимо. Если не на 100%, то на очень большое количество процентов, пока ребенок жив, пока бьется его сердце, мозг всегда способен развиваться, а если вы попадете в руки специалиста центра Бердави, то это, конечно, произойдет в разы быстрее и качественнее. Но семья не отчаивалась. Однажды бабушка Андрея нашла в интернете центр Бердави, и семья приехала в Иерусалим на курс терапии. Дало ли это какие-нибудь результаты? Когда мы приехали на наш первый курс терапии в центр Беэр Давид, тогда длительность терапии составляла не полтора месяца, как сейчас, а 3 недели. Приехали мы всей семьей с супругом и с сыном. В первый же день была проведена диагностика, и, в общем-то, это были первые врачи, которые четко сказали, что с ребенком на самом деле, потому что до этого мы обращались, наверное, нет места, куда бы мы не обращались, да, и нигде не было проведено такое обследование, и не было выставлено того, что нам, в общем-то, сказали в центре Беэр Давид, и сразу же началось лечение. Если говорить очень кратко, то за первый курс терапии, да, я помню, как сейчас, результатов, которых мы добились. Самый основной и большой, да, я начну с конца, самый основной и большой и весомый, как бы аргумент того, что мы попали именно в то место, где сотворилось чудо с нашим сыном, это было его изменение формы черепа. Как бы сейчас это странно не звучало, но у ребенка в буквальном смысле изменилась форма черепа. В первый день или два, когда мы приехали, Давид побрил Андрея налысо. Я не понимала тогда для чего, и он мне сказал, что Настя, сфотографируй его форму головы в профиль. Это был вот или первый, или второй день. И в последний день, когда мы уезжали, Давид сказал сделать то же самое, сфотографировать форму его черепа. Что, собственно, мы и сделали. Ну, мы к этому отнеслись как бы так, немножко даже где-то со смехом, но когда мы сделали фотоколлаж, да, то есть мы сопоставили две фотографии, которая была сделана в первый и в последний день лечения, мы, конечно, сказать, что удивились, это не сказать ничего, потому что это была совершенно другая форма головы, это был другой цвет лица, да, вот в списке проблем у меня этого не было, потому что я никогда этого не замечала, но специалисты очень четко обратили на это внимание, у ребенка были постоянно синяки под глазами, у него было вот здесь очень сильно видна вена и на висках. И в процессе лечения это каким-то образом просто ушло, и у ребенка действительно очень поменялась форма черепа. Фотоколлаж первого дня и последнего, да, с формой черепа моего сына я к этому видео приложу. Что из изменений, да, это то, что вот действительно, ну, невероятное что-то произошло, да, что было из изменений таких вот на уровне поведения, развития и так далее, да, за первый очный курс терапии. Итак, чего мы достигли? Мой ребенок перестал убегать на улице, то есть раньше он вообще не шел за руку, он постоянно убегал, вырывался, он вообще не умел ходить как будто бы за руку. Он перестал убегать, он начал ходить за руку. Это для нас было очень, скажем так, большой победой, потому что бежать за ним постоянно на улице, ну, было достаточно сложно и как минимум опасно для его жизни. Второй момент, который произошел из изменений, это впервые за почти 4 года я спала всю ночь, и мой ребенок, соответственно, спал тоже. Точнее, наверное, правильнее было бы сказать наоборот. Он спал всю ночь, и благодаря этому я тоже смогла понять, что можно спать всю ночь спокойно. То есть у меня ребенок перестал просыпаться по ночам и начал спать намного лучше и намного быстрее засыпать. При этом мы не меняли режима дня, да, многие могут подумать, что вот режим дня поменялся, еще что-то поменялось, нет. Я за 3 года и 9 месяцев, поверьте мне, испробовала все методы, какие только можно было, для того, чтобы организовать ему правильно день, сон и отдых, да, для того, чтобы мы могли спокойно засыпать и спокойно спать, но ничего не помогало, помогли в центре Беэр Давид. Что еще из изменений? У ребенка прекратились истерики, то есть он
стал более спокойным, он стал выполнять просьбы, он стал смотреть в глаза, он стал спокойнее реагировать на какие-то запреты, да, и что еще из очень важного, мамы детей, у которых есть особенности, они меня наверняка поймут, это когда вы не можете ни минуту посидеть спокойно где-то на улице, то есть вы гуляете с ребенком, вы захотели сесть на лавочку, да, ребенок может спокойненько сидеть возле вас, играться или бегать там рядышком, да, или там где-то в кофейне, или еще что-то, я такого не знала, у меня всегда ребенок убегал, мы сколько собирались с подружками где-то погулять, да, всегда дети все спокойно сидят, мой постоянно куда-то бежит в неизвестном направлении, на стой, подожди, не беги, конечно, никакой реакции не было, а вот за очный курс терапии у нас действительно это как-то немножко успокоилось, то есть он перестал быть вот таким бегуном во все стороны, он начал замечать, что могут ехать машины, он стал замечать, что где-то, да, может быть какая-то опасность, то есть он немножечко и на мои просьбы, что подожди немножко, да, мы с тобой сейчас пойдем, чуть-чуть посидим, то есть он стал более, скажем так, осознаннее, да, к этим просьбам относиться и, соответственно, их выполнять. За первый курс терапии у нас начало налаживаться питание, то есть ребенок, который был зациклен на хлебе, на сладком, он был зациклен на картошке жареной, и, по-моему, вот это было основное его такие приемы пищи. Он начал кушать супы, он начал пробовать какие-то фрукты, то есть у нас начал, скажем так, разбавляться рацион. Это, конечно, благодаря терапии, да, и благодаря той диете, которую нам порекомендовала на тот момент Юсефа. И мы, естественно, начали ее придерживаться. То есть мы убрали полностью молочные продукты, убрали все сладкое, мучное. Ребенок, когда мы вернулись домой, первое, что заметили те, кто не видели его на протяжении 3 недель, пока мы были на лечении в Израиле, это мои родители, да, это наши близкие, это наша семья, наши близкие друзья, это то, что у ребенка поменялся взгляд. То есть уехал ребенок с пустыми глазами, да, это одно из перечня проблем отстраненного взгляда, а вернулся ребенок, включенный в эту жизнь. И я очень запомнила еще один такой важный момент, тоже мамы, чьи детки вот с похожими симптомами, которые были у моего сына, поймут. Он у меня начал замечать мир вокруг. То есть он, я очень четко помню этот момент, когда мы с ним гуляли по улице, и он остановился и так начал с таким любопытством рассматривать что-то на листочке. Я так еще думаю, ну что ты там можешь рассматривать, да? И я опускаюсь к нему, а он увидел Божью коровку. И он с таким интересом рассматривал эту Божью коровку, и меня потом осенило в тот момент, что, а он, наверное, в силу вот своего повреждения, да, или какого-то нарушения вот центральной нервной системы, он просто не замечал вот этих мелочей, он не замечал каких-то жучков, букашек, цветочков, да, еще чего-то. То есть ребенок какое-то время даже ходил с открытым ртом по улице, потому что он просто как будто бы все заново начал изучать. После первого курса терапии прошло несколько месяцев, прежде чем у Андрея начала появляться речь. Но вот начались первые сдвиги. Спустя полгода после очного курса терапии у моего сына потихонечку начала стартовать речь. Это я делаю на этом акцент, потому что очень многие родители ждут, что спустя месяц терапии у них дети будут разговаривать, петь соловьиным голосом. Конечно, таких, ну, возможно, у кого-то и получается, да, такие результаты. Мы таких результатов мгновенно не достигли, да, и нас, в принципе, сразу об этом предупредили. То есть Юсеф и Давид сказали, что повреждение моего сына достаточно серьезное, возможно, потребуется повторный визит, и что, да, ну, как бы, кроме речи, много чего нужно подправлять. И действительно, опять-таки, мамы особенных детей наверняка меня поймут, потому что, когда тебя ребенок начинает понимать, да, когда он на бытовом уровне начинает выполнять какие-то хотя бы легкие просьбы, для тебя это уже большое достижение. И я не была исключением, для меня это были огромные достижения, но, конечно, как и любая мама, я ждала речь. И спустя полгода у нас потихонечку начали сдвигаться речевые моменты в положительную сторону. У меня ребенок начал на коровку говорить «му», на собачку «гав», на кошечку «мяу», да, то есть у него появились какие-то звукоподражания, он начал показывать хорошо, четко пальцем, да, за период полгода, первый после окончания курса мощного лечения появилось, безусловно, очень много изменений, о чем есть мои видеоотчеты. Как делает курочка? Как курочка делает? Как курочка делает? А как коровка делает? Му. А собака? А как делает гусь? А курочка? А как змея шипит? Вот так. А какое слово на букву П? А на букву М? М. Мама? А на букву Н? Носик, а ушко где у тебя? А как ты говоришь «ой»? А как ты говоришь «ой»? Даю
показательный жест – это и поведенческие моменты, и понимание обращенной речи на бытовом уровне, на обычном уровне. Это занятия с логопедами, дефектологами, которые перестали проходить в бесконечных истериках. Да? То есть у ребенка пошли улучшения, улучшения, улучшения. Андрюшка, кто это? Скажи. Андрюш, говори «П». «Па». «Па». И вот, наконец-таки, начались потихонечку изменения в плане речи. И, наконец-то, Андрей сотрудничает с логопедом, выполняет задание, и у него получается произносить слоги и простые слова. О, спасибо. Еще скажи «на». 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 Под конец уже «на». Молодец. Молодец. Это был февраль, получается, уже 2019 года, если я сейчас не путаюсь в датах. Значит, и в марте мы принимаем решение, точнее даже в конце февраля мы принимаем решение, что нам нужно ехать еще раз. И мы приезжаем в первых числах марта 2019 года на повторный курс в Израиль, в центр Беэр Давид. К сожалению, этот курс у нас не очень увенчался успехом по причине того, что через неделю после того, как мы приехали в Иерусалим, началась пандемия ковида, весь мир закрылся на карантин, и мы были вынуждены экстренно выехать из страны и вернуться к себе домой. Но несмотря на то, что мы побыли всего лишь неделю, результаты у ребенка были еще более сильными, чем первый курс, который длился 3 недели. Наверное, это было связано с тем, что остатки повреждения уже были очень минимальны, да, и больший процесс уже нужно было вот на запущение, да, вот на регенерацию какую-то. И, соответственно, у меня у ребенка начала улучшаться речь, у него начало улучшаться еще больше понимание, да, у него начала появляться еще больше какая-то осознанность, то есть он взрослел. Он взрослел, это было заметно, это было очень ощутимо, и, конечно, у нас уже началась потихонечку улучшаться речь, да, то есть если раньше он говорил там му-мяу-гав, да, то теперь он мог сказать кавова, табака, да, то есть понятно, с половиной невыговариваемого алфавита, потому что у него действительно был очень серьезный праксис челюстно-лицевого аппарата, в силу как минимум того, что ребенок так долго не разговаривал, да, и плюс в силу повреждения. Но тем не менее он уже начал говорить слова, и это слова были не халалийные, да, когда я говорю, а он просто попугаем повторяет. Это были осознанные слова. Если он видит собаку, он видит на картинке, он скажет, что это собака, он видит на улице, он скажет, что это собака, он видит в телевизоре, он скажет, что это собака. Да, я для примера говорю, чтобы просто было понятно, что это было не тупое, заученное, а вот что выучил, то и повторил. А это было действительно то, что ребенок уже мог говорить. Естественно, истерики сошли полностью на нет, потому что он понял, что он даже единичным слово может что-то мне сказать, я его понимаю, и он понял, что в силу того, что он уже что-то может говорить, ему проще изъясняться словами, нежели истерить. Папа я, зеленый птицей, ой, пейте, 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 поет. Давай громко. Мой, давай, пою, бой, угадай. Тот, пейте, поет. Кто же это? Вики. Свинка! Правильно! Было понятно, что при таком сильном повреждении ЦНС, как было у Андрея изначально, понадобится второй курс терапии. И он состоялся. В связи с тем, что из-за пандемии ковида мы были вынуждены прервать, да, повторный визит в центр Беэр Давид на терапию, и когда уже немножечко пандемия начала отходить, Давид и Юсеф, они выезжали в Одессу для проведения очного курса терапии. Выезжали они вдвоем, без остальных специалистов, и мы решили воспользоваться этим моментом и поехать к ним в Одессу. В Одессе мы были месяц. В Одессе мы были месяц. На момент приезда в Одессу, да, то есть, чтобы вы понимали, вот первый это был март, да, мы приехали в марте на неделю в Израиль, закрылся на пандемию, и вот аж в декабре этого года, в конце декабря, мы приехали. То есть прошел еще большой промежуток времени. Естественно, ребенок в этот момент не стоял на месте, он развивался. Мы приехали в Одессу, и Давид и Юсефа его действительно не узнали, потому что это был абсолютно нормальный, обычный, адекватный ребенок, который просто еще нормально не может, скажем так, излагать все свои мысли. Почему именно говорю «излагать все свои мысли»? Потому что
он излагать может, да, но еще мог, но не настолько качественно и не в полном объеме. Действительно, мы приехали без каких-либо поведенческих проблем, без каких-либо пищевых проблем, без каких-либо проблем в плане понимания обращенной речи. Мы приехали с проблемой только именно качества и количества речи. О чем я говорю? То есть, условно, мой ребенок на момент, да, вот поездки в Одессу, он мог сказать, например, «Мама, пойдем в магазин». «Мама, купи мне конструктор». «Мама, пойдем спать». «Папа, пойдем купаться». «Я хочу на море», да, «я хочу там то». То есть он мог общаться либо фразой, либо легкими какими-то вот единичными предложениями, которые доносили полностью смысл, они были осознанные, они были осмысленные, они были... скажем так, в тему, да, то есть это не просто когда момент, когда ты у ребенка спрашиваешь, как тебя зовут, а он отвечает песней из мультика, да, то есть когда ребенок слышит, что к нему как бы обратились, но что ответить не знаю, поэтому отвечаю что угодно. Нет, он четко знает, если к нему подойдут и спросят, как его зовут, он об этом скажет, да, и фамилию, и возраст, и как зовут маму, папу, бабушку, дедушку, и всех родственников, и в каком городе он живет, да, то есть ребенок отвечал абсолютно на все вопросы, но очень скудно, то есть скудным активным словарем, да, он был. При этом пассивный словарь у ребенка, конечно, зашкаливал, и это было понятно по его пониманию, да, по его развитию на занятиях, да, по, в общем-то, ну и в целом это видно, да, когда ребенок понимает, но вот просто не может сказать. Это совершенно разные вещи, нежели когда ребенок даже не понимает, о чем вы говорите. Естественно, мы приехали уже с устойчивым зрительным контактом, с нормальным поведением. Единственная, да, вот проблема — это речь, качество речи, потому что качество, конечно, у него каша была во рту полная. Его понимала только я, ну и вот его логопед, да, там ближайший, там папа, бабушка, понятное дело, кто люди проводят с ним большое количество времени, его понимали. Большая часть людей, конечно, не понимала, что он говорит, тем более, что он говорит достаточно быстро, да, он очень шустрый мальчишка. И мы приехали, конечно, с моментом воспитания, потому что я, мама, достаточно мягкая, которая очень легко сесть на шею, свесить ноги и, в общем-то, прекрасно там себя чувствует. Поэтому мне были проведены в Одессе профилактические меры по воспитанию ребенка, ну а ребенку, соответственно, проведено было лечение. Юсефа как раз-таки на этом курсе сказала, что у него действительно очень зажаты вот здесь мышцы, в силу этого, да, у него есть и нарушение произносительности стороны, и ему тяжело говорить больше, да, то есть настолько вот здесь было все зажато, в силу того, что он долго не говорил, что ему было тяжело разговаривать. В Одессе, да, как повторюсь, мы пробыли месяц, за этот месяц у него действительно улучшилось качество речи, это можно даже наблюдать по видеороликам, вот в начале, которые мы снимали, и в конце. Речь у Андрея улучшилась и продолжила развиваться. Андрей научился выражать простые мысли и даже петь колыбельные. А ты что делаешь? Я, мам. Что я? Я что? Я писать. Я, не писать, я пи. Пишу. Пишу. Красиво ше. Пи. Пишу. Умница. А ну-ка, ой, как красиво. Учитель, давай. Потом Вика в гости. Потом Вика в гости что? Приезжает. Угу. Лего Фрэнс? Как лошадка. Угу, шикарная лошадка. Это с лагеря забрала ребенка из творческого кружка. Сделала такой катал из шерсти цветок. Тут там открытка и вот эту вот корону. Боже, ему так нравится ходить в лагерь, что у него столько детей было. И он это, мама, утром в лагерь. Сына, глянь еще раз. Завтра лагерь. Угу. А сегодня что ты будешь делать? Записать. Угу, понятно. А что? Ноги боять. Это ничего не делать. Угу, понятно. А у кого ноги хоть болят, скажи? Лего, это Лего, маму, Лего Фрэнс. Лего Фрэнс. Анастасия рассказывает о ситуации на сегодня. Рассказать о том, что же мы имеем на сегодняшний день по сыну, да, после двух курсов терапии в центре Беэр Давид Израиль. А имеем мы следующее, имеем мы
замечательного здорового мальчика, которому на сегодняшний день все специалисты, как врачи, так и педагоги, ставят темповую задержку развития. Темповая задержка развития – это тот момент в развитии, который, скажем так, ну, по мнению специалистов, не является критичным, да, то есть это определенная особенность развития, которая выравнивается, да, к определенному возрасту. То есть некоторые дети выравниваются там, к 8 годам, некоторые к 9, но в любом случае до момента наступления пубертатного периода дети полностью выравниваются. Я, конечно, уверена, что мы выравниваемся значительно быстрее, чем пубертат, потому что на сегодняшний день мой ребенок, в общем-то, не отличается от сверстников ничем, кроме его речевого развития, да, и немножечко психоэмоционального развития. В силу того, что ребенок заговорил достаточно поздно, и повреждение было достаточно серьезным и грубым, конечно, еще есть отставание в развитии, да, если бы у нас повреждение было бы, скажем так, менее серьезным, то я уверена, что он бы уже не просто догнал, а и перегнал сверстников. На сегодняшний день мы планируем еще одну поездку, очень надеемся, что нам в этом поможет Господь, и мы сможем третий раз попасть к нашим волшебникам, да, в Израиль, для того, чтобы максимально закрепить результаты и ускорить процесс вот выравнивания ребенка, да, что на сегодняшний день. На сегодняшний день меня в моем сыне, в общем-то, не беспокоит ровно счетом ничего. Мы занимаемся, мы развиваемся, мы делаем все возможное для того, чтобы ребенок догнал побыстрее сверстников. А на сегодняшний день, в принципе, его ничего не отличает от обычных нормотипичных детей, кроме его речевого развития и немножечко психоэмоционального состояния, да, в силу того, что ребенок заговорил достаточно поздно, соответственно, он упустил очень большой объем, не объем, да, а большой этап в своем развитии в силу повреждения, и сейчас, конечно, он наматывает все упущенное, наматывает семимильными шагами, слава Богу. На сегодняшний день он разговаривает, он отвечает на вопросы, он может рассказать, как прошел его день, он знает, что он будет делать сегодня, завтра, послезавтра и в субботу, у него есть какие-то планы, какие-то желания и мечты, да, у него есть цели, то есть он, например, очень любит собирать конструкторы Лего, и он прекрасно знает, что можно договориться с родителями, да, хорошо заниматься, стараться, хорошо себя вести, вот где-то там вот прям быть молодцом-молодцом, да, и обязательно заработать какую-то очередную коробку, да, с конструктором или что-то еще. Он у меня ходит в детский лагерь, он ходит с обычными детьми, да, то есть я этот момент, в принципе, не говорю, это само собой разумеющееся. Он ходит с обычными детьми, дети в лагере очень разновозрастные, от 4 лет до 12, да, и они все клубятся там в одном месте, и очень выделяют моего ребенка, что он очень старается, при том, что он немножко неусидчив, да, он очень старается, то есть этот ребенок привык работать, привык трудиться, он научен этому, ребенок помогает по дому, он поливает цветы, он застилает постель, он вешает свою одежду на тремпель, он вывешивает стирку, он чистит картошку, он жарит картошку, он готовит омлеты, он знает, чего он хочет, он очень целеустремленный мальчик, очень характерный мальчик, но это уже особенность, скажем так, больше генетическая, да, даже не особенность, да, а вот просто факт. Ребенок очень контактен, ребенок очень хорошо коммуницирует. Со взрослыми ему, конечно, на сегодняшний день коммуницировать проще, да, ну, наверное, это связано с тем, что взрослые все равно немножко больше угадывают его хотелки, да, чем дети. К детям он очень тянется, он еще не везде до конца понимает правила, скажем так, игры, взаимодействия с ними, да, но он к ним очень тянется и очень расстраивается, если он, например, приходит на восточное единоборство, а у него индивидуальное занятие, а не с детьми, и прям говорит мне: мама, не хочу один, я хочу с детками заниматься. Ему симпатизируют уже какие-то дети, да, то есть я вижу, что он, вот приходим в лагерь, он ждет там определенную девочку, ждет определенного мальчика, чтобы пришли. Ему очень нравится выжигать по дереву, ему нравится разукрашивать. В лагере, это лагерь у него творческий, да, и он очень здорово там себя проявляет. Он очень здорово проявляет себя на занятиях у логопеда. Он очень здорово, в принципе, проявляет себя и дома в том числе. В этом году мы будем пробовать поступать в школу, в первый класс. Ну вот, в общем-то, мы счастливы. Мы счастливы от того, что в нашей жизни появился такой волшебный центр. Мы счастливы от того, что мы вовремя в него попали. Попали в руки действительно профессионалов, чему мы очень несказанно рады. Мы очень благодарны за то, что у нас есть на сегодняшний день. И благодарить нам некого, кроме Господь Бога и Давида с Йосефа, их специалистов. Я всем детям
искренне желаю здоровья. Я всем родителям искренне желаю найти свой путь, да, и чтобы этот путь соприкасался с деятельностью центра Бэйр Давид, потому что это действительно то место, в котором не просто помогают, да, а действительно дети выравниваются, даже самые сложные дети. На следующих кадрах можно видеть, как Андрей занимается подготовкой к школе. Пижамку переоденешь. Да, сейчас допишешь и переоденешь пижаму. Нам это метает еще доска. Хорошо. Какой звук? Молодец. А здесь что написано? Давай прочитаем. М-у-м-к-а-ка. Мука. Правильно, молодец. Пиши, пожалуйста. Мы с нетерпением ждем семейство Антус в Иерусалиме, чтобы помочь Андрею полностью восстановиться и догнать своих сверстников. А на букву «Н»? Носик, а ушко где у тебя? А как ты говоришь «Ой»? О. Если вам понравилось наше видео, поставьте нам лайк. Больше информации о нас можно найти на нашем сайте www.bayer-david.com.